Всем привет! Вот решил поиграть в одну прекрасную игру. Как вы видите, теперь она работает в 60 FPS и нативная 4К. Ну, конечно, на пятой плойке после последнего апдейта разрабы решили выпустить патч, и это весьма приятно. Так что смотрим. Ну, хочу начать новую игру. Кат-сцены, если что, буду пропускать. О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети. Уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. Это что, пещера? Фу, тут крысы бегают. Узковато, но вроде можно пролезть. Тут я не вылезу. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Там что-то виднеется. Что это? Вон там что-то... Как она работает? Железная дверь. А, заперта. А если эта штука поможет найти выход? Thank you.
поменялся. Дверь тоже поменяла цвет. Получилось. Думаешь, мне это нравится? С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Чего они умерли? Что случилось? И Мачу-Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэн? Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Да, они горькие. Зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Живо за мной в заросли. Тихо! Не высовывайся! Малыши! Нет, Элой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри! Пускай пройдет! Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми. Стоп! Еще один! Подожди. Так, теперь за мной! Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко.
место. Отвернись. Почему он там? Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! Чтобы показать тебе, некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся, мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Годится. Идем. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредит. Нет, но может. Элой, брось ко мне камень. Теперь путь свободен. Забери из него детали для стрел. Из стебля выйдет древко, из металлических деталей – наконечник. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. Элой, тебя услышали. Постарайся не шуметь. А этим есть применение. Пошли. Сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Емкость на спине. Это и... Отлично! Попала! Еще раз! Попала! Еще раз! Хорошо! Еще раз! Попала! Еще раз! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем быстрее.
Надо идти медленно на машине, иначе они меня заметят. Главное идти медленно и не шуметь. Нельзя, чтобы они меня заметили. Уходи, безродная! Элой, нельзя.
Раст! Раст! Короче говоря, действительно сейчас управление стало намного отзывчивее. И в целом все стало круче. Past gen на next gen. Нормально, играть вообще прикольно. Давно пора разработчикам было сделать уже патчи на все игры с предыдущего поколения, так сказать. Чтобы все шли 60 FPS как минимум просто. И все. Ну, кстати, графический режим здесь недоступен. Так как здесь по умолчанию стоит наивысшее качество и 4К. Так что вот так. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Элой, ты пришла? А ты не забыл, что у нас на сегодня намечалась охота? Нет, я не забыл. Я думал о твоем обучении, но боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай, я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет... Спустись в объятия. Огненные стрелы? Добудь детали. И... А, у северных врат? Да. Я соберу все, что нужно. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну? Тогда закупись припасами. Ты меня пугаешь. Что-то не сам не сказал.
Вот, кстати, хочу сказать, здесь графон круче, и вообще в целом игра прям двигается четко по сравнению с Sekiro Shadow Die Twice. Ну, не знаю, что-то мне в голову так вот пришло, так сказать, мысль такая, что игра вот эта старее, движок совсем другой. Играется она круче. И выглядит в целом круче, чем тот же Sekiro. Не знаю, просто недавно в него играл. Как-то так себе, честно сказать. Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Сердце матери. Еще 2 дня. И я увижу, как они там живут. Столько людей на таком маленьком клочке земли. Наверное, им никогда не бывает одиноко. Неплохо. Эй, внизу, поберегись. Сапоги потом выжимать придется.
не справился с первого раза. Ну, короче говоря, круто. Но только здесь не задействовали возможности триггеров и, ну, короче, возможности нового геймпада. Да и хрен с ними, в принципе. Зато здесь сейчас прям приятное управление. Очень нравится прям. Картинка четкая. Вообще прям кайф. Для глаз кайф. Не помню, как было до этого на прошке или простой четвертой плойке. Дальность прорисовки и тогда было хорошее, допустим. Но сглаживания там не было такого. Короче, рекомендую. Дело того стоило.
Да, действительно, дело того стоит. Поиграю еще маленько, минут 10. А так, ребят, всем пока. Пора идти к Карсту за метеометом. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидит. Наверняка он будет меня ждать. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, так, так. У меня на... Боишься, нас кто-то увидит? Ты так осторожней, шею. Ты же беду всегда приносишь. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть... Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сам... Не вопрос. Так уж и в лучшем. Только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим. Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и под... Да ну. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь... В смысле, у честных торговцев, которые не имеют... Именно. Боишься, я могу выдать, что ты торговался с гоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Можешь не переживать. Да я так и думал.
Я про тебя никому не говорила, только... Ну, он меня точно не сдаст, да? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Ну, вроде все обсудили. Ладно. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным вратам. Это можно хранить. Да, это опять я, безродная. Можете полюбоваться. Почитаю руки стрелы. От меня мало толку в лишнем бою. Не может быть, чтобы это была всего одна машина. Вон он. Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и... Скоро сама увидишь, а? Темноты? Я сходила к Карсту и купила у него нитимет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, не дешево, но оно... Возможно... Солнце сядет еще не скоро. Верно.
Запас карман не тянет. Так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Белозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. Туша рыскаря, и я заберу детали. Будь осторожна. Начинается. Назад дороги нет. Совсем близко. Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Зубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим.
Где бы мне расставить ловушки? Thank you.
Зачем я тебя привел? Не для вопросов.